Привет, друзья! Давно не виделись. Сегодня коротенькое видео из разряда технических моментов технического обслуживания снаряжения по запросам одного из наших подписчиков. У него вот такой же жилет Туса, либератор, наверное, не знаю, но в общем вот с таким же инфлятором. И он столкнулся с тем, что у него клапан, верхний клапан инфлятора подтекает, и его надо обслужить. Он не знает, как его разобрать. Поэтому сейчас мы расскажем, потому что мы тоже не нашли схемы в интернете разборки этого клапана. Сейчас я покажу, как разобрать этот клапан. То есть первое, что нам надо сделать, это, собственно, отвинтить, отсоединить инфлятор от жилета. Все просто. Вот. А дальше мы будем разбирать этот инфлятор, и нам понадобится только отвертка, только крестовая отвертка. Больше ничего, собственно, нам не понадобится. Итак, для начала берем отвертку и откручиваем два вот этих винта. А дальше нам надо открыть эту крышку. И вот тут, собственно, и заключается весь секрет, что под эту крышку ее надо повернуть против часовой стрелки. Требует некоторых усилий. Видите, да? Крышку повернули, достали пружинку, достали площадочку. В принципе, что мы здесь видим? Вот эта площадка, которая прижимает у нас клапан. И все это устройство вот так вот можно извлечь. Чтобы отсоединить полностью, нам понадобится отсоединить тросик, который здесь находится внутри. Но для обслуживания, в принципе, этого делать не обязательно, потому что все разбирается и все чистится прямо без разборки, без отсоединения тросика. Вот, собственно, все. Почему он может течь? Скорее всего, либо что-то попало под мембрану вот этого клапана, либо просто уже вот эта силиконовая мембрана износилась, она съемная, ее можно поменять, надо просто купить запасную запчасть, и все. Собирается в обратном порядке, все точно так же, все очень просто. Главное не перевернуть правильное положение, вот такое. Ставим пружинку, закрываем. И поворачиваем по часовой стрелке. Все, осталось закрутить два болтика. Клапан собран. Ну вот и все. Следите за своим снаряжением, обслуживайте его вовремя и до новых встреч. Скоро мы снова возобновим видео на нашем канале. Приглашаем вас в наше новое путешествие на парусных яхтах, катамаранах по Хорватии, Сицилии и на Сейшелы. Будет круто и интересно.